Здравствуйте, представьтесь. Алексей. Скажите, сложно ли был турнир для вас? Ну, шел тяжело. Тяжко было. До финала шел тяжело. В финале получилось, что так, ну, легче было играть и выиграл. Молодцы. А в чем сложность была? Соперники сильнее попались в полуфинале и за выход в финал. Ну, сильные соперники были. Как давно вы занимаетесь бильярдом? С 15 лет. Ну, уже лет 20. Какие ваши дальнейшие планы на будущее? Ну, дальше продолжать играть в бильярд, развиваться, стараться. Собираетесь ли вы принимать участие в Кубке Украины? Ну, постараюсь. Если будет время, не все от меня зависит. Поделитесь вашими впечатлениями о происходящем турнире. Ну, турнир прошел очень отлично. Все дружные. Сильные есть игроки, есть слабые. Ну, в целом, отличный турнир. Дай Бог, чтобы дальше продолжались эти турниры. Таки развивались. Это все-таки много молодежи. Ну, всем удачи. Спасибо вам большое. Спасибо и вам.